который первым увидел эти кадры, хранили их в секрете, опасаясь вместе со стороны стражи правопорядка. По словам обвинителя, полицейские пытались выяснить у мальчика подробности преступления, совершенного накануне в этом районе. Арестованным полицейским грозят обвинения в покушении на убийство. В Бразилии, к слову, полицию нередко обвиняют в незаконном применении силы против подозреваемых. И вернемся к событиям в нашей стране. Тимур Бекмамбетов ищет в Казахстане талантливых режиссеров, продюсеров и сценаристов.